Сейчас мы с Настей собираем малинку. Да. Будем кушать и будем варить компотик с бабушкой. Кстати, я несколько дней побуду у бабушки. Да, проведем несколько дней у бабушки. Кто любит малинку, ставьте плюсики в комментариях. Вот такая у нас малинка. Аппетитная. А как ты думаешь, много деток проводит время у бабушки летом? Да. Я тоже так думаю. Напишите, ребята, в комментариях, кто проводит лето у бабушки. Так, вот еще красивая. Ничего себе. И вот. Ох, как много нам еще собирать малинки. Красиво. Может, хватит? Достаточно? Да. Ну, пошли. Так, что еще будем собирать, мам? Персик еще зеленый? Достыл или нет? Попробуй. Твердый, но я хочу его покушать. Нет, Настенька, не надо, он еще очень зеленый. Пожалуйста. Достынет, потом будем пробовать. Хорошо. Посмотрим с Настей, достыл ли агрис и смородинка. Угу. Прямо-прямо иди. Смотри, можно вот этих ягодок нарвать немножко. Давай. А давай попробуем с закрытыми глазами. Давай. Отличная. Оп. Челлендж. Найди ягодку с закрытыми глазами. Есть. Получается? Ой. Да не очень. Да получается! А давай я вот так буду держать веточку. Давай. А ты обрывай. О, аж две, но это нам не надо. Так. Вот еще. Здесь очень у бабушки много ягод. И все такие вкусные. А пошли еще агрус поищем. Идем. Вот и агрус, только он такой колючий-колючий. И, кстати, я люблю агрус, а особенно зеленый, потому что кислый я люблю. Идем к другому кустику. Нет. Смотри, какая груша, маленькая. Скоро, через пару дней уже вырастет. Это через много. А вот и агрус. Да, еще один. Добавляем. Ау. Тарелочка у нас уже наполняется. Что там, колючки? Да. Просто больно. Так, на компотик, я думаю, мы уже насобирали ягодок. Да. Чем можно заняться дальше? Погулять. Погулять. Давай пойдем погладим кроликов. Идем, идем, погладим наших красивых кроликов. Вот и большие кролики. Настенька их накормит, кушайте. Нямка, нямка, нямка. Пошли еще маленьких найдем. Идем. Здесь мамочка белая, красивая. Мама уже кушает. И серые малыши. Они уже тоже подросли, такие большие. Да, это их дом. Какие хорошенькие. Настя всех накормила, молодец. Они такие красивые и милые. А цыплятка тоже хотят травки. Смотри, как их много. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Цыпа-цыпа. А сейчас я буду пить чай с тортиком.
Тортик у нас Наполеон. Мы его очень-очень любим. Обожаем. Открываем. А, а здесь? Вкусняшка. Ну, приятного аппетита. Спасибо. Куда ты побежала? Сейчас мы поиграем с персиком. Персик, иди сюда. Иди сюда, малыш. Так, идем в ту сторону. Вот он, персик. Мы его не мыс... Ребята, он такой шустрый. Прячется от нас. Так, где сейчас мы тебя найдем. Приветик. Кто здесь играет? Кто играет? О, а можно сорвать какой-то листик, и он будет играться. Видите? Персик. А вот его мамочка Ася. Ася? Ася. Вот Ася. Других котят уже отдали. Да, Милашку и Хитрунку, да. Милашка и Хитрунка, да? А персика оставили себе. Какой ты хороший. Ай! Нельзя царапаться. Какой ты милый. Ай! Нельзя. Что ты такой хитренький? Ай, иди, иди уже играй. Иди. Он побежал, наверное, к мамочке своей. Вот такой у нас обычный день у бабушки. А как вы проводите день у бабушки? Напишите в комментариях. Такой миленький, пушистенький. Хотел уже играться. Хотел, точнее. Куда ты идешь? Он идет ко мне. Он думает, что это мышь. Он только на это не реагирует. Классно у Саши получается играть с котиком. Мальчики, идите кушать. Братья сердце не забыла.
Так вкусно. Я старалась.